Ученый изобрел паровой двигатель в первом веке. Инженер-механик, математик Герон Александрийский изобрел автоматы по продаже святой воды, автоматические двери для храмов, измеритель расстояния, пожарную помпу, фонтаны и паровой двигатель в Египте. Паровой двигатель представлял собой котел с водой, под которым разводили костер, вода закипала и вырывающийся пар раскручивал устройство. Напомним, что официальная наука смогла заново дойти до парового двигателя только в XIX веке.